Александр Михайлович, сейчас будем следовать спецавтомобиль. Поступайте в распоряжение конвоя в случае побега нападения на конвой. Оружие применяем на поражение без предупреждения. Под конвоем и в наручниках в изолятор временного содержания отправляется 39-летний ранее уже судимый мужчина. Омские полицейские по горячим следам раскрыли разбойное нападение. Это он и его приятель заявились ночью к своей знакомой, вели себя агрессивно, избили женщину. Включили в квартире газ и, угрожая ножом, стали требовать деньги. Потерпевшая отдала ключи от машины и убежала к соседям. На утро в квартире царил хаос. Вещи разбросаны, из сумки пропал мобильный телефон и банковские карточки. Шел телефон чужой, взял и пошел. Понял, все, ну, заходи. У подозреваемого в разбое своя версия. Налетчиков полицейские задержали в тот же день в соседнем доме. У одного из мужчин оперативники изъяли нож, у другого все похищенное. За разбой с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Санкция вменяемой статьи до 12 лет лишения свободы. Раскаиваетесь в содеянном? Да, искренне. Искренне раскаиваюсь. Берез, не останавливайся. Деньги на учебу внучки, а подарки к юбилею близким. 79-летний житель городка Нефтяников несколько лет копил деньги, старался для родных. Сбережения разделил и хранил их на двух банковских картах. Только вот не сберег. 600 тысяч рублей достались мошенникам. Пенсионеру просто позвонили. Представились банковскими работниками. Сказали, что все средства нужно срочно перевести на так называемый спасительный счет. Иначе все, что нажито, пропадет. Как не поверить, тем более, что голос в трубке напомнил пожилому мужчине голос его матери. Ну, вот понимаете, вот эти, ну, я говорю, мое дурацкое воспитание, что я товарищ обязательный, ну, я не то, что хвалить. Но на самом деле это есть. Вы поверили этим людям, которые вам звонили, правильно? Да. Особенно последние, которые я прям Елена Викторовна. Я говорю, у них голос моей мамы. С первых минут разговора пенсионер следовал всем указаниям. В течение 2 часов деньги через банкомат были переведены аферистам. Лишь спустя некоторое время Амич пришел в себя и догадался, что его обманули. Я начал переписывать телефон на бумажку. И ни одного повторяющегося. Вот в этот момент я был почти уверен в том, что это труба, кирдык. Что в этот момент вы поняли, что нас обманули? Да. Сотрудники полиции уже установили, что потерпевшему звонили с московских номеров. Чтобы просмотреть движение денежных средств по счету, сотрудники уголовного розыска направили запросы в банки. По данному факту пока решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Самозарядный карабин Симонова. Штык-ножи от автомата Калашникова, от самозарядного карабина Симонова, парашютные стропорезы. На столе эксперта-криминалиста редкие экземпляры. Наиболее интересен вот этот вот штык-нож винтовки Маузер К-98. 1938 года выпуска. Весь этот арсенал полицейские изъяли у 32-летней Амички дома. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Незаконный сбыт холодного оружия». Оперативники установили, ножи и кинжалы достались хозяйке от покойного мужа. Коллекцию он собирал много лет и хранил у себя в квартире. После смерти супруга женщина решила распродать все эти тесаки и выставила в интернете объявление о продаже штык-ножа от винтовки «Маузер» 1938 года за 15 тысяч рублей. Маркировка, клеймо, серийный номер – все на месте. Вместо покупателей в гости пришли полицейские. Какая-то часть, конечно, будет являться холодным оружием. А именно охотничьи ножи, ножи и принадлежности военного оружия. Это именно штык-ножи. В квартире по улице Андрианова сотрудники уголовного розыска изъяли еще 20 предметов, схожих с ножами и кинжалами различного года выпуска и предназначения. О том, что на холодное оружие требуется разрешение, а также особая сертификация, Амичка не знала. Вместо оформления документов она решила просто продать все это имущество. В результате за незаконный сбыт оружия возбуждено уголовное дело. В отделе полиции гражданки объяснили, если нет разрешения на хранение, перевозку,
повязку и ношение холодного оружия, его необходимо сдать в полицию. Только в этом случае лицо освобождается от уголовной ответственности. На улице Барабинской около 17:00 экипаж ДПС обратил внимание на резвую иномарку. При перестроении БМВ не включал поворотники, создавал опасные ситуации для других автомобилей. Ну а когда инспекторы потребовали немедленно остановиться и прижаться к обочине, водитель только прибавил газу. На 10-летие пошел! Молодой человек за рулем игнорировал звуковые сигналы и гнал в сторону 10-летия октября. Стал виновником сразу нескольких ДТП. К счастью, никто не пострадал. Сотрудники госавтоинспекции доложили данную информацию в дежурную часть и проследовали за данным автомобилем. Неоднократно с помощью сигнально-говорящего устройства требуют водителя остановить транспортное средство. Водитель, нарушая правила дорожного движения, пытался уйти от преследования. Однако на пересечении улиц 10 лет октября Лескова не справился с управлением, допустил столкновение с движущимся попутно автомобилем Hyundai Solaris, в последующем выехал на полосу встречного движения, где еще столкнулся с тремя автомобилями Volkswagen Tiguan, Lada Priora и BMW X5. После того, когда так накуролесил, водителю BMW оставалось одно – бежать. Беги! Беглеца догнали. За рулем БМВ оказался 18-летний Амич без прав. Кроме того, иномарка не была зарегистрирована в установленном порядке. Молодому человеку вручили сразу несколько... Жесть! Официальная группа ВКонтакте.